Зажигательные танцы, песни и поздравления. Химкинский лицей номер 12 празднует свое 50-летие. За это время есть что вспомнить. Круглая дата объединила разные поколения. Людмила Константиновна пришла в тогда еще школу учителем истории, затем доросла до директора. Возглавляла учебное заведение с 93 по 2005 год. Несмотря на суровые 90-е, школа в этот период достигла своего расцвета. По крайней мере, имя бывшего директора теперь висит на доске почета. Время было, сами понимаете, очень тяжелое. Не хватало денег, не хватало кадров. Москва рядышком забирала очень многих наших специалистов. Но мы жили благодаря, наверное, тому, что поддерживали замечательные, правильные традиции советского периода, советской школы, российской школы. Вот, поэтому выжили. Теперь лицей выпускает учеников, которые поступают в лучшие вузы страны. Мечта Андрея – учиться в Бауманке или в МФТИ. Говорит, шансов немало, ведь преподавание здесь на высоком уровне. Я учусь в этой школе с 8 класса. Перевелся сюда, потому что считаю, что это одна из лучших школ Химок. 50 лет – это очень серьезная дата, показывает статус лицея. День радостный, уроков меньше. Андрей поздравил свою школу с юбилеем, танцевальным номером. Но не он один. В этот день со сцены звучало много приятных слов и творческих поздравлений. С подарками пришли и чиновники, наградив лучших сотрудников почетными грамотами главы округа и Министерства образования. Наверное, для образовательного учреждения это не такой большой срок. Но как много сделано за эти 50 лет. С гордостью могу сказать, что школа номер 12, а затем лицей продолжил свои высокие стандарты в образовании. Уважать традиции и стремиться к новому – принципы, которые позволяют лицею номер 12 поддерживать статус одной из лучших школ округа. Сегодня учреждение перешагнуло полувековой рубеж. Дальше только расти и развиваться, сохраняя бодрость, молодость и оптимизм. Yes!